возвращаешься в Астану, начинается предсезонка, с каким настроением? Настроение прекрасное, отличное, и хочется уже начать скорее работать и готовиться к сезону. Самые лучшие впечатления. Расскажи, как ты готовился к сезону, какие сборы проходил? Я был в центре подготовки Rapid Shot, занимался с Владом Заньковцом, с Эдуардом Костенчиком Заньковцом. Там готовился с ними, там проходил сборы. Вот только что ты прошел медосмотр. Каких врачей ты боишься? Никаких. У меня все в порядке, я здоров. То есть не было детских страхов, стоматолога и так далее? Нет. Какая процедура медосмотра самая неприятная? Я думаю, наверное, вот этот тест, который мы крутим велосипед 30 секунд, нужно удержать максимальную скорость, я думаю, он самый сложный. Но если ты готов, то спокойно с ним справляешься и удерживаешь максимальную мощность. Ты был вот в Америке, есть ли там что-то подобное, такие тесты? Нет, там таких тестов нет, и там не такое было углубленное обследование, как здесь. А что у вас там проверяют? Там был компьютерный тест на память, и так пару-тройку кабинетов, и все. Начинается этап предсезонной подготовки. Какой из них он самый сложный для хоккеиста? Я думаю, первые, наверное, 4 недели, да, первый месяц, думаю, самый такой, когда ты, так скажем, закладываешь фундамент на сезон, я думаю, он, наверное, самый сложный, но, опять же, если ты готов к сезону, то, думаю, каждый хоккеист профессиональный готовится сам, и не так сложно набрать кондиции. С какими мыслями ты вернулся домой, что ты хочешь от себя и от этого сезона? Каждый человек хочет от себя только самого, там, скажем, самые большие оценки себе ставит и самую высшую ступень, да. Ну и, конечно, хочется провести очень позитивный, удачный сезон и выступить как можно лучше, каждым днем прибавлять, становиться сильнее и выигрывать каждую игру, каждую смену, работать, выкладываться и становиться лучше.